чем носить тренч. Всем привет! Меня зовут Лена Червова, и я раздетый стилист. И сегодня я вам покажу три классных трендовых образа с тренчем. Погнали! Первый образ с худи. Я обожаю, когда тренч можно носить с худи, потому что, во-первых, это его слегка утепляет, и, во-вторых, это смотрится очень здорово, когда капюшон ложится поверх классного тренча. Кстати, для того, чтобы тренч был действительно универсальным, лучше выбирать его в длине миди и в каком-нибудь отличном цвете. Такой полуспортивный лучок мне очень нравится, потому что здесь, с одной стороны, удобная одежда, тренч и худи, а с другой стороны, элегантная история, это бельевая юбка и каблуки. Конечно же, здесь можно каблуки заменить на кроссовки, на кеды для более удобных образов, но в целом образ получается не банальный, в то же время составлен из простых, понятных, базовых вещей. Второй вариант с платьями. С платьями мини или с платьями миди тренч смотрится просто отлично. Причем снизу в качестве обуви может быть абсолютно любой вариант. Это могут быть кеды, это могут быть кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, все что угодно. В целом любое абсолютно платье подойдет под то, чтобы надеть его под тренч. Опять же, если тренч правильный, длинный миди и отличного цвета. Я не знаю ни одного платья, которое бы не сочеталось с классным, правильным тренчем. И это, естественно, не исключение. У меня здесь платье А-силуэта. Я его приталила дополнительно ремнем, чтобы сакцентировать внимание на талии. Добавила туфли. Кстати, здесь может быть вместо них какие-нибудь босоножки, либо ботильоны, либо сапоги, либо даже кеды. И акцентную сумку для того, чтобы поддержать всю эту историю. Мне кажется, получилось классно. Третий вариант с брюками. Это, естественно, самый универсальный вариант, потому что позволяет нам абсолютно любой низ, брюки или даже джинсы надеть с тренчем. Это могут быть брюки палаццо на высокой посадке, это могут быть широкие джинсы-трубы, это могут быть узкие брюки-сигаретки. Любой абсолютно вариант с тренчем будет смотреться супер. Такой вариант богемный получился. Здесь у нас струящиеся брюки палаццо, немножечко в пижамном стиле. Для того, чтобы они стали более городскими, я надела их с каблуками на платформе, плюс трикотажный топ добавился, чтобы, знаете, все так получилось понятно по-городскому. Но в то же время тренч это все дело очень здорово дополняет. И обратите внимание, как длина тренча здорово сочетается с длиной брюк. Ну что, какой вариант вам понравился больше?